Вы знаете, я не думаю, что вот сейчас непосредственно что-то будет происходить. В принципе, это обычная вещь. Ну, начальник ругает своих подчиненных для того, чтобы понравиться, ну, в данном случае, скажем, народу. У Путина будет там скоро прямая линия с народом, да. Опять-таки, он знает хорошо, что недовольство ситуацией в стране, оно достаточно широкое, да. И в этом смысле вот я рассматриваю это исключительно как пиарный и предварительный ход. Другое дело, конечно, ну, давление на правительство оказывается большое. Многие хотят что-то изменить, но это обычно, да. Почему они в правительстве, а почему не мы в правительстве, да? И, конечно, это будет воздействовать на Путина. Может быть, когда-нибудь это и приведет к каким-то изменениям. Но я не вижу, чтобы сейчас.